Всем привет, канал Belarusian Leon. Сейчас на обзоре мясорубка польской марки Zelmer, модель ZMM4055B. Вот так выглядит коробка. Ее максимальная мощность 1900 Вт. Это мощность при блокировке вала. Потребляемая мощность 350 Вт. Производительность 2,5 кг в минуту. Материал корпуса – пластик. Цвет белый. Материал камер и шнека – металл. Диск из нержавеющей стали. Размеры ее 30 см, ширина 17 см и глубина 21,5 см. Есть механизм для предотвращения повреждения двигателя. Она предназначена для приготовления фарша, как соковыжималка, терки, приготовления драников, домашних колбасок и так далее. Вот такая коробка. Сейчас ее будем распаковывать. Сама мясорубка. Вот так она выглядит. Мотор 1900 Вт, как я говорил. Вот ее характеристики. Сборка в данном случае Китай. До этого она собиралась в Польше, но перенесли производство, видимо. Вот насадки лежат такие. Основная насадка. Нож двухсторонний. Такое еще. И такая насадка для разных видов фарша. Стандартная вот такая идет. Документы на разных языках. Вот такая шинковка идет. В комплекте. Легко закрывается, собирается. Такая насадка еще идет в комплекте. Такая терка идет в комплекте. Насадка идет в комплекте. Основная чашка идет в комплекте.
Такой-то вот толкатель и насадка в комплекте. Последний поддон еще в такой комплект идет. Вот то, что мне лежит. Такой комплект данной мясорубки. Сейчас я включу в розетку, посмотрите, как она будет работать. Дальше будет пробное включение. Кстати, заметить хотел, что ножки здесь липучки, оно прилипает хорошо, не будет шататься. Так, собираем. Для сборки нажимаем эту кнопку под углом вправо и влево. Хочу заметить, раньше у меня была мясорубка Зейлмер польского производства, там это намного легче. Здесь прям с усилием и снимается, и одевается это все. Китайское производство дает о себе знать. Нажимаю кнопку. Это не работает. Раньше Зелмер все-таки был, по-моему, более тихий. Но это мое мнение. Разбирать все просто. Нажимаем кнопку и все. И ворочаем вправо. Реально китайского производства Зелмер более туго все делается. Вот такой вот был обзор мясорубки марки Зелмер. Если вам видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Белорашен Леон. До новых встреч, всем пока!